В нашей стране интерес к регби-7 постоянно растет. Это динамичный вид регби успел попасть в заявку на участие в программе Олимпийских игр в Лондоне, но был отклонен. Позже, в 2009 году, регби-7 все-таки включили в программу Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Это олимпийская дисциплина. Мы будем участвовать, будем пытаться пробиться на Олимпиаду, которая пройдет в Бразилии буквально в 2016 году. Сейчас наша сборная занимает 4-е место по рейтингу в мировой классификации, и пока она имеет заявку на участие, путевку на Олимпиаду. Полуфиналы игр были очень напряженными. В борьбе за третье место команда ЦСП номер 4 доказала. Их победа над Красным Яром, одержанная накануне, не была случайностью. И регбисткам из Краснодара это удалось. В результате ЦСП номер 4 выиграла с минимальным преимуществом 12-10 и стала бронзовым призером первого тура чемпионата России. За первое место в финале боролись Химки и Иргут из Подмосковья. Следующий Иргутис будем бороться. Будем делать все возможное, чтобы выиграть. Иргутис — это фаворитки, чемпионки России. Практически непобедимые. Несмотря на все ожидания, в основном в финале борьбы не получилось. Иргутис сумел сполна взять реванш за не очень уверенную победу над Химками на групповом этапе. Финальный свисток зафиксировал разгромный счет 35-0. И действующие чемпионки страны регбистки Иргутис Подмосковья снова стали лидерами первого тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд.